опять охота. Очень охота. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны. Три корочки хлеба. Всего доброго, хорошего настроения. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, всеми будем заниматься. Мракобес.
пенсионного возраста. Каждый второй мужчина не доживает до 60 лет. Умирает. Так кому не собирается платить пенсию 65 лет? Кому? Гробам, что ли? Налоги растут, бензин растет. Коммуналка растет, все растет. Что нам делать? Живем, ложимся в гроб? Что нам делать? Мы живем на 8 тысяч пенсии. Кому я буду прожить? Нищенская пенсия, нищенское проживание. Никто нас не любит. Если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит. Эх, киса! Мы чужие на этом празднике жизни. О, деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник!